Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в штате Калифорния. Причина – масштабные лесные пожары, которые не удается локализовать вот уже неделю. По последним данным, площадь возгорания превышает 57 тысяч гектаров. Известно, что погиб один человек. Кроме того, в огне гибнут и десятки животных. Из опасной зоны эвакуированы 212 тысяч человек. Еще 12 миллионов местных жителей получили предупреждение. Со стихией борется 9 тысяч пожарных. Распространению огня способствует ветреная и сухая погода.